Уверенный прием высокоскоростного спутникового интернета в любой точке Кольского полуострова стал реальностью. В регион пришла новая услуга Сенсат федерального оператора связи РТКОМ. Специалисты компании представили свой продукт и наглядно продемонстрировали выгоду его использования. Быть на связи не только в любой точке Кольского полуострова, но и страны. Под этим девизом прошла презентация скоростного спутникового интернета «Сенсат». Новинку представила компания РТКОМ, один из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России, стопроцентное дочернее общество Ростелекома. Компания РТКОМ официально объявляет о старте продаж и подключения скоростного спутникового интернета для дома и офиса под торговой маркой «Сенсат» в Мурманской области. Представители компании рассказали о планах оператора по развитию услуги, актуальных тарифах и условиях подключения пользователей. Генеральный директор РТКОМ Сергей Ратиев также сообщил о том, что целевая аудитория «Сенсата» — собственники жилья в загородной и пригородной зонах, там, где по тем или иным причинам еще нет развитой оптической инфраструктуры. Скоростной спутниковый интернет «Сенсат» охватывает всю страну от Калининграда до Камчатки. В частности, «Сенсат» позволяет иметь постоянный доступ в интернет даже в самых отдаленных уголках нашего региона, по всему Кольскому полуострову. Услуга «Сенсат» подключить очень просто. Клиент оставляет заявочку на сайт sensat.ru, вот, после чего менеджер связывается с ним, уточняет некоторые технические детали, вот, после чего мы уже на месте тут решаем вопрос, выезжаем на место, смотрим и, собственно, доставляем оборудование, подключаем, показываем клиенту, и дальше он, в общем-то, ее использует. Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового К-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Стратегия компании по выводу на рынок новой торговой марки в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов. Стоимость оборудования составит от 29 990 рублей. Но его можно взять и в аренду за 750 рублей в месяц. Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета «Сенсат» осуществляется за счет пользователя, либо силами официального дилера, в зависимости от решения клиента. Узнать подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от «Сенсат» можно на сайте www.sensat.ru. Подключить высокоскоростной спутниковый интернет у себя дома проще простого. Для этого вам понадобится мобильное приложение и небольшой набор инструментов.